Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим о новой теме, которая, как всегда, делает бум в интернете. Если происходят какие-то поправки к закону, либо же какие-то изменения в законе, либо нововведения, то почему-то все иностранцы сразу начинают бояться этого и начинают паниковать, конечно же. Как я вам всегда и говорила, что любой закон, любое внедрение, поправку и так далее читайте на польском языке. Я знаю, что некоторые, не все из вас знают польский язык, но лучше всего попросить тогда и знакомых, чтобы они прочитали и точно ответили на все ваши вопросы, потому что иногда социальные сети, либо же интернет-порталы, которые рассказывают нам о нововведениях, то не переводят дословно тот текст, который написан там. Иногда даже упускают некоторые моменты, которые казались бы для нас очень важными. Поэтому я вам советую, чтобы вы все-таки прибегали к польскому закону и после этого переводили его дословно. Сегодня поговорим о поправках и немножко ужесточении в законе по пребыванию на территории Польши по туристическим визам, по туристическому побыту, можно так сказать, ну а также нововведения по поводу карты поляка. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Начну с самого первого, которое самое, наверное, займет мало времени. Это по поводу карты поляка. Всем нам известно, что карту поляка может оформить каждый, у кого есть корни, польские корни. И до этого момента закон касался только людей, которые проживали на территории бывшего Советского Союза. Теперь будет поправка в законе, такое маленькое нововведение, и карту поляка сможет оформить каждый человек, у кого есть польские корни. То есть независимо на какой территории Европы, либо же мира этот человек проживает. Поэтому теперь каждый сможет оформить данную карту поляка. Я не буду углубляться, как ее получить. Вы, наверное, уже многие все знаете, как ее получать. Вы ее получаете в своей стране. А если же у вас есть просто корни, вы не хотите ее получать, а сразу приезжаете на территорию Польши, тогда вы подаетесь уже на сталый попыт. Помните еще раз, вам повторю, что сталый попыт оформляется только для тех, у кого есть польские корни. Все. То есть, если вы даже проживаете здесь 7, либо же 10 лет, вы не можете оформить сталый побыт. Вы можете получить уже гражданство, либо же карту резидента ЕС. Если хотите посмотреть более детально, как получить карту резидента Евросоюза, либо же гражданство польское, то у меня есть по этому поводу видео, и вы можете перейти и посмотреть более детально. Теперь возвращаемся по поводу новых поправок, которые вступили в силу 27 апреля. Что касается поправок в законе студентов, людей, которые приезжают в командировки, на стажировки, а также по поводу туристического попыта. Я не буду рассказывать вам более детально по поводу студентов, командировок, стажировок. Я думаю, это не сильно всем это важно, не сильно это кого-то будет интересовать. Все-таки углублюсь сегодня более детально на туристический побыт, а также воссоединение семьи в 2019 году, как это будет все-таки происходить. Изменения в законе по туристическому побыту гласят, что имея туристический побыт, то есть туристическую визу, вы не имеете подаваться по воссоединению семьи, вы вообще не имеете права подаваться на карту побыта, а тем более вы не имеете права и работать по этой визе, либо же по такому побыту. Документы на карту побыта не будут приниматься у иностранцев, которые прибывают на территории Польши по шенгенским визам, которые выданы с целью туризма, по национальным визам Польши, которые выданы с целью гостевого приглашения, ну а также по национальным и шенгенским визам, которые выданы другими странами Евросоюза. То есть на территории Польши можно будет въехать по туристическим визам, но нельзя будет подавать на карту временного побыта. Еще раз хочу вас обратить внимание, что в законе не говорится о биометрическом паспорте, а говорится именно о туристических визах. И это очень важно, потому что как раз вот это предложение почему-то многие упускают, и у всех уже начинается паника, что биометрический паспорт – это туристический паспорт, то есть это только паспорт для туристических целей. К сожалению, точнее даже, наверное, к счастью, в законе об этом ничего не говорится. То есть это означает то, что если у вас есть биометрический паспорт, то вы все-таки и так можете приезжать сюда на территории Польши и подавать, конечно же, не по воссоединению семьи, но по другим обстоятельствам можете подать на карту временного побыта. Что же делать все-таки теперь семьям, которые
не имеют биометрический паспорт, но хотят сюда приехать. Значит, я вам так скажу, здесь два варианта. Либо же вы покупаете, либо же находите работу и делаете себе рабочие визы, приезжаете сюда, подаетесь на карту как бы от работы, а потом в случае таких каких-то неприятных ситуаций вы подаетесь уже как бы, переоформляете до момента децизии по воссоединению, либо же по другим обстоятельствам. И второй вариант – это учеба. То есть вы берете приглашение с полициальной школы, либо с университета, делаете себе визу учебную, которая делается на год, и приезжаете сюда. Единственное, теперь, поправка в законе с 27 апреля по поводу студентов, это то, что теперь на картах временного побыта будет именно указано, с какой целью карта выдана. То есть, например, студент, либо же, например, это по командировочным, либо же это стажировка. То есть каждая карта теперь будет отделяться разными типами. И, конечно же, все студенты, как вы и знаете, имеют доступ к рынку труда, то есть если вы заканчиваете университет, у вас есть еще один год для поиска работы, и после этого вы можете работать без проблем. Возвращаемся теперь к воссоединению семьи. Так вот, два варианта, либо же по рабочим визам, либо же по учебным визам. Третьего, к сожалению, не дано. Третье дано только у тех людей, у кого есть биометрические паспорта. Теперь, что касается воссоединения семьи и по другим обстоятельствам, то есть иной околичности, это очень тоже важно, потому что по воссоединению семьи могут подать документы только те иностранцы, которые, во-первых, кто проживают на территории Польши в браке с гражданином Польши, те, у которых один из супругов имеет карту стального побыта, те, которые в браке тоже с гражданином Евросоюза, также по картам, по голубым картам, то есть Blue Card, по картам толерантности, а также с иностранцами, которые имеют карту часового побыта, то есть карту временного побыта, но проживают здесь на территории Польши больше 2 лет в браке. То есть, если вы приехали, например, скажу, в 2015 году вместе, подавались на карту, то у вас должна быть была карта с иными околичностями, то есть это с другими обстоятельствами, которая выдавалась бы одному из супругу без доступа к рынку труда. Прожив 2 года на территории Польши, вы подаетесь еще раз на воссоединение семьи, например, и уже можете податься, потому что вы прожили на территории Польши больше 2 лет вместе в браке, а вы пошли и зарегистрировали ваш свидетельство о браке в польском ЗАГСе, то есть УСЦ, Ужин стану цивильного, там зарегистрировали ваш документ, и тогда вы можете подаваться по воссоединению. Во всех других случаях, если вы не попадаете ни из-за одних этих пунктов, которых я, можно так сказать, перечислила для вас, то, к сожалению, карта будет без доступа к рынку труда, то есть вы сможете податься по другим обстоятельствам, но карта будет без доступа к рынку труда. Очень многих тоже пугает это слово, что без доступа к рынку труда, что же означает, как быть дальше. Так вот, имея карту без доступа к рынку труда, это ничего сильно страшного. Если все-таки, например, вас карту выдали на 3 года, а через год после того, как вы ее получили, эту карту, решите выйти на работу, то придя к любому работодателю, вам нужно просто будет попросить новое разрешение на работу, это либо освещение, либо зазволение типа А, и податься заново на карту временного побыта уже от работы. Карты, которые выдаются и которые имеют срок действия, они все актуальны, даже если вы подаетесь еще раз от другой работы, например, либо же по другим обстоятельствам каким-то вы меняете карту, они все равно все актуальны. Нету такого, что карта, как только вы подаетесь на новую карту, она аннулируется. Ну, к сожалению, такой нету функции, такого даже нету закона. Если работодатель сообщит в Ужин Твоевудский и скажет, что вы, например, у него не работаете, ну, то есть, как бы вы не числитесь у него как работник, и вы при этом не подали на новую карту, то тогда могут быть какие-то последствия, но на практике уже, наверное, очень долгого периода времени безумно маленький процент работодателей, которые сообщают в Ужин Твоевудский и говорят, что вы, например, у них не работаете. Я знаю случаи, когда люди и увольняются с работ, ездят по этим картам везде, а потом только через 2-3 месяца подаются заново на карту временного побыта, например, от нового работодателя.
работодатель. Конечно, я вам этого не советую делать, но знаю, что случаи такие есть, и таких случаев много, и их не миновать, как сказать, не? Но если по правилам, то помните, что после увольнения с работы вы в течение 15 дней должны написать в Ужинде, в Айвутском, там, где подавали документы на карту временного побыта, заявление о том, что вы потеряли работу, и в течение месяца от даты увольнения вы должны принести новые документы на карту временного побыта уже от нового работодателя, либо же от новых каких-то обстоятельств, там, не знаю, бизнес открываете, учеба, либо же воссоединение, либо еще и так далее. Ну, то есть случаев может быть безумно много. Так вот, после того, как вы уже переподаете, вы можете быть, находиться, точнее, легально здесь на территории Польши. Еще одним из вопросов это то, что если в течение вот этих 30 дней не весь пакет документов. Конечно же, это плохо, но до момента децизии вы можете доносить документы. И чем дольше вы доносите какой-либо из документов, тем дольше рассматривают ваши карты. Мы очень часто, иностранцы, жалуемся, что карты рассматриваются и год, и полтора, но на самом деле все зависит именно от нас. Если же вы, например, подали на карту временного побыта и видите, что у вас заканчивается через месяц, через два, например, аренда на жилье, ну, договоритесь с хозяином квартиры, позвоните, договоритесь и подпишите уже новый сразу договор и отнесите сразу же в Ужин. То есть не ждите вот этих писем от Ужинда, что вам нужно принести. Если вы знаете, что у вас заканчивается договор, ну то так само, то же самое возьмите и принесите, подпишите новый договор и принесите уже в Ужин. Если вы знаете, что на вашу специальность требуется опения старосты, а когда вы первый раз подавали документы и вы этот документ не приносили, то быстренько, пускай вам работодатель делает это опения старосты и доносите оригинал в Ужин. Ну, то есть, знаете, все нюансы зависят именно от нас. Если вы будете контролировать ваши документы, то вы должны уже сразу этим заниматься и сразу же относить, либо же отправлять заказным письмом в Ужин любой документ, который вам не хватает. У меня уже по счету будет третья карта, я все никак не дойду до вот этих всех конкретных этапов, но, к сожалению, я одна из вас, точно такая же, которая подает также карты, также себе бегаю и ребенку делаю. Поэтому, например, у меня заканчивается в июле паспорт мой загран. Я ездила в отпуск для того, чтобы сделать себе новый паспорт. Поэтому, придя, сдавая уже отпечатки пальцев, я просила, чтобы мне рассматривали документы на новый паспорт. И, понятное дело, я уже сразу его сделала ксерокопию нового паспорта и сразу отдала в Ужин. То есть я не ждала июля месяца, когда мне придет письмо с Ужинда, где они меня попросят, скажут: «Пани Каленько Ольга, пожалуйста, принесите нам новый ваш паспорт на основании чего вы здесь находитесь». Нет. То есть я уже сразу автоматически пошла и отнесла, потому что я знаю, что рано или поздно они мне напишут, или рано или поздно этот документ все-таки потребуется, так? И что касается, например, ребенка. Если вы знаете, что у вас страховка заканчивается, либо же какой-то договор, тем более знаете все, что подавая документы на карту временного побыта для ребенка, большая часть пакета из документов это от родителей. Поэтому любой договор, который вы, например, доносите от себя, продленный, да, например, там умова операция, либо же новое ошведшение, новое зазволение, вы сразу должны делать это в двух экземплярах, то есть и для ребенка, и для себя. То есть не ждите этих писем с Ужинда, относите и занимайтесь сразу. Если же вы видите, что уже проходит 6-8 месяцев и никакой активности по вашим картам нету, то есть вам не приходят письма, вас не уведомляют, вас никуда не приглашают, то пишите понагление. Понагление – это просьба об ускорении вашего дела. После того, как вы напишете понагление, в течение 7-14 рабочих дней вам обязаны прислать ответ на почту, что с вашим делом. Если же вы хотите такой пример, то я либо же вставлю его где-то здесь, я не знаю, влезет он или нет. Если же нет, то просто напишите мне на почту, я вам вышлю такой пример на почту без проблем. Здесь нету никаких секретных данных. По наглению можно даже найти в интернете. Безумно много разных примеров, где каждый пишет, как ускорить карту временного побыта. Конечно, это не гарантирует того, что через 2-3 недели вам выдадут эту карту, но хотя бы начнете вы самостоятельно запустить этот процесс для того, чтобы вашу карту рассматривали. Я знаю, что некоторые мои видео
видео уже устарели в плане того, что некоторым уже по 2-3 года, и в самом-самом где-то начале я вам рассказывала детально, как подавать на карту временного побыта, как заполнять внески. Не знаю, в общем, напишите мне в комментариях, интересно ли было бы вам еще раз продублировать такое видео, только именно свежее, где я буду вместе с вами заполнять какой-то из внесков, а также просто расскажу, какие нужны еще раз документы для каждого из родителей, а также каждого члена семьи. И если вы хотите такое видео, то жду вас в комментариях. И еще одну поправочку, которую я, наверное, упустила, сказав о воссоединении. Помните, что по воссоединению семьи могут прикрепляться только одни из супругов, а также дети. Что касается наших родителей, то есть я имею в виду бабушек, дедушек, то они, к сожалению, подаваться на карту временного побыта по воссоединению не могут. У них тоже только пару вариантов, которые, может быть, это либо же они приезжают на учебу в полициальную школу, либо же они идут на работу, либо же вы лицо, которое имеет карту временного побыта с доступом к рынку труда, открываете свою диавальность и трудоустраиваете своих родителей к себе, например, опека над детским, либо опека над старшими людьми, то есть, ну вот такие некоторые моменты, которые с родителями нашими, то есть бабушками, дедушками, намного тяжелее проделать, нежели с одним из супругов, а также, например, с детьми. Надеюсь, это видео сегодня вам было полезно. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, также Инстаграм, Фейсбук, я там практически каждый день. Почта моя тоже актуальна, продублирую вам еще раз, потому что некоторые пишут на мою старую почту, и я не часто туда захожу, поэтому письма очень долго рассматриваются мной, и вы ждете очень долго мой ответ. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока.